диджеев, которые играют на пластинках, их практически не трогают. Mm-hmm. Да и вообще в клубы редко приходят данные товарищи. Вот. Но если ты играешь, конечно, откровенно музыку попсовую какую-то и скачанную бесплатно в интернете, здесь могут быть вопросы. Но я помню, когда у нас в Питере был клуб, к нам частенько заходили с проверкой, и те диджеи, которые играли на пластинках, у них был white label, mm-hmm. которым было просто не докопаться. То есть у них вся сумка, например, с white label, на которых ничего было не написано. То есть пустая болванка. Вот. Включая трек, ты понимаешь, что там какая-то бомбежка, для них привязаться не к чему, все. А диджею, которому раскрывали сумочку, и там было там практически написано «Алла Борисовна Пугачева», там Филипп Киркоров, замешанный в пендулум там. Вот. К этим, конечно, были вопросы, типа, откуда у вас музыка, почему вы ее публично играете. Mm-hmm. То есть, ну, поэтому...